Не знаете, как интересно провести летние вечера? Сходите в кино. И для этого совсем не обязательно приобретать билеты в кинотеатр. Можно просто прогуляться до молодежного парка, где в рамках летней акции «Неделя в парке» проводятся бесплатные кинопоказы. Молодежный парк в Славянске на Кубани никогда не пустует. Днем здесь проводятся самые разные творческие и игровые программы для детей, а ночью он наполняется любителями хорошего кино. Полдевятого вечера по будням несколько раз в неделю здесь проводятся киносеансы под открытым небом. Дуда, я его с собой привез. Арфа. Но музыку не терплю с детства. Фильмы демонстрируются разной тематики, от военных, ставших уже легендой, например, как в бой идут одни старики, до современных молодежных комедий. Славянцы, прогуливающиеся по вечернему городу, с удовольствием занимают места в амфитеатре и наслаждаются хорошим кино под открытым небом. Приходят целыми семьями. Присоединяйтесь и вы. Расписание сеансов можно узнать в Управлении по делам молодежи, телефон 413-63.